Здравствуйте! Мы находимся на бесплатном пляже. Пляж называется Идея. Находится он у Замнах. В прошлый раз вам тоже показывала. Здесь раздевалки, душевые, все бесплатно. Также лежанки бесплатные и такие вот беседки. Можно сесть в беседку, и за беседку платить не надо. Пляж очень хороший. Называется Идея, еще раз повторяюсь, и находится у Завна. Здесь очень чистое, хорошее море. Алечка ходит сюда на рисование к педагогу, и мы вот два раза в неделю приезжаем на этот пляж. Очень любим, уже 3 года ездим. Море здесь чистейшее. Прозрачная. Вот сегодня северный ветер, правда, волны. Но мы все равно решили приехать, несмотря на ветер. Смотрите вы канал «Солнечный край». Всем желаю хорошего настроения, добра, мира, крепкого здоровья. Огромное всем спасибо за обратную связь. Кто меня поддерживает, кто смотрит уже давно, кто пишет постоянно. Всех сердечно благодарю. Вот сегодня море вам тоже покажу, снимаю. Вон люди приехали, видите, в палатке отдыхают. В море очень хорошее дно. И мне нравится, что здесь идешь, и долго надо идти, чтобы окунуться. Детям раздолье. Именно не боишься за детей. Спокойно купаются. Глубина далеко. Сегодня не очень много людей из-за ветра. Вот тоже люди только приехали. Мы сейчас где-нибудь вот здесь распомощимся. А вот там, видите, находится дальше кардиологический санаторий. Вот такое вот сегодня море. Море теплое-теплое. Мы думали, как в прошлый раз будет прохладно, как в Новханах. Но нет, сегодня теплое море, вода уже прогрелась. Мы искупались. Ну, я не знаю, хочешь, вот там душевая, можно ноги помыть. Здесь раздевалки, беседочки, крюки, видите? Вот эти лежанки. Они здесь бесплатные на этом пляже. Правда, народу всегда здесь много, но если ты утром приедешь рано, ну, можно взять лежанки. Вот туалеты, душевые, все есть. Всем здравствуйте, доброго, хорошего утра. У нас уже новый день. Мы сегодня на пляже в Новханах. Вот до этого снимала пляж Бузаны, а сегодня снимаю пляж Новханах. Ну вот, видите, какая погода, волны. Людей очень мало. Может быть, утро поэтому и будний день. Вода холодная сегодня. Ну, может, градусов 25. До этого прям горячая мы плавали. Была. Потом циклон. Погода испортилась неделю, и вот после этого море никак не прогреется. Правда, в Бузанах я вам снимала, вода была лучше, теплее. Мы, правда, вечером поехали. Сейчас приехала моя подружка с дочкой, ее подружка с дочкой. В общем, нас много, весело.
зашла в море показать. Меня многие спрашивают про пляжи в Баку, какие пляжи хорошие. Но все зависит от вашего бюджета. Есть пляжи бесплатные. Вот, например, Сансет, но в Ханах вот этот пляж, здесь дно хорошее, море хорошее, раздевалки, душевые. Также можете чуть дальше пройти, взять себе лежанку, но это будет платным. Столик, сесть под грибочек, цены разные. От 15 манат прямо на пляже, если ты сидишь под грибком за столиком. Выше там под навесом в ресторане 20 манат. Ну, в общем, цены от 15 до 25 манат. Это только лишь взять грибок и столик, да, сесть под грибком. А так сам пляж, вся береговая зона бесплатная до Сумгаита. Пляж бесплатный. Уже на ваш, как говорится, на ваше усмотрение. Если кому-то захочется покушать, посидеть, приехать с утра, утром на море и провести весь день на пляже, конечно, желательно под навесом, потому что в час, с часу до трех такое очень сильное солнце, можно обгореть. Мы обычно от того, что рядом здесь живем, ходим с утра до 12 или вечером, после уже 4. Также есть платные пляжи. Платный пляж очень хороший. В Амбуране находится. Это Бельгия. Амбуран, Бельгия. Это уже дальше. Мы в Новханах сейчас. Также пляж хороший в Сибризе, Нардаран. Нардаране. Там тоже хвалят ноги. Но это платные пляжи, перечисляю я вам. Много, очень много платных пляжей, аквапарков. Вот здесь прям недалеко в Новханах, вот чуть проехать, расположен аквапарк My Beach. Цены по воскресеньям 25, по воскресеньям вход 30 манат, а в будние дни 25 манат на взрослого человека. А на ребенка там, по-моему, если я не ошибаюсь, до 6 лет. До 6 лет бесплатно. То ли до 5 лет, вот это тоже надо уточнить. Если кому-то захочется узнать расценки, я отправлю, напишите мне. Вот. А так мы обычно на платные пляжи не ходим. Мы на море почти каждый день бываем. И нам удобнее, конечно, рядом с домом ходить на море. Или вот когда Алечка занимается рисованием, мы ездим в Бузовны. Я вам тоже этот пляж показывала. Идея пляж, он бесплатный, оборудован душевыми, раздевалками. Также бесплатно тебе предоставляют лежанку, беседки. Там все это бесплатно. Такой же пляж бесплатный. Идея есть в Пиршагах. Газулгум, прям там недалеко, золотые пески, очень хороший пляж, тоже бесплатная идея. И вот здесь недалеко, но в Ханах, прям вот чуть дальше проехать, тоже идея этот пляж. Нам просто далеко туда, немножко надо проехать, а мы пешком тут перешли дорогу. И еще в Городиле. В Городиле, всем советую Городиле, там намного чище море, лучше. И тоже пляж идея, там предоставляют лежанки, грибки бесплатные, раздевалки, душ. Здесь тоже на нашем пляже бесплатные раздевалки, душевые, туалеты. Ну, в общем, вот немножко вам рассказала про пляжи в Баку. Если есть какие-то у кого-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Меня также спрашивают, хотят приехать отдохнуть в Баку. И спрашивают, где лучше остановиться. Какие отели посоветуете? Все опять-таки зависит от вас. Если вы хотите больше увидеть город, то лучше, конечно, остановиться в центре в Баку, чтобы погулять, посмотреть город. А если именно вам хочется отдохнуть на берегу моря, именно пляжный отдых, то отелей очень много на берегу. Вот здесь видите, вот там дальше Spring отель. По берегу моря вот такие небольшие отельчики. У каждой, как говорится, у каждого ресторана, зоны отдыха свои маленькие апартаменты. Можно снять домик. Дальше отель ближе к Сумгаиту. Наши знакомые, кстати, там оставались. 120 манат стоило. Стоили сутки, включая завтрак. Без обеда, без ужина.
стоили сутки 120 манат. Отель Регнум. Регнум называется. Но вот чуть дальше, уже ближе к Сумгаиту. Ну вот, поделилась с вами немножко. Пишите. Отвечу по возможности на все вопросы. Такое вот сегодня море волнуется. Приехало мороженое. Хотим купить мороженое. Вот такой фургончик все время приезжает с мороженым. Сейчас цены вам тоже поснимаю. 2 маната стоит. И по манату 50. Ася, вот это возьми на двоих одну детям. Это в стаканчике, оно если будет, не захотят, закрою. Шоколадное? Да, да, вот. А, этих нету. Так, можешь шоколадный взять такое? Да, возьми. Это нету, Милана. Это нету. Это Эмма будет. Это Аля. Все, нам одно. Нам не надо на двоих. Взять другую штуку? Не-не-не-не. Это я имею, нам не надо. Они хорошо позавтракали, не надо. Здесь, а? Пирожок. Я хочу попробовать твои пирожки. В 6 утра приготовила, да. Еще теплые. Ой, да горячие. Я хочу пирожки от повара. Нет, хороший. С картошкой классные. Шикарное. Воздушное тесто. Полезное на кефире. На кефире? Классное, молодец. Я хотела спросить, дрожжевой или нет? А, вертолеты! Нет, не всегда. Сейчас да. Счастливо идем домой.